Всех приветствую на своем канале. Поступил у меня как-то в комментариях запрос на есть ли у меня что-нибудь типа must-have. Я так поняла, что это что-то такое, что постоянно должно быть у тебя, да? Что-то определенной марки, ну и как-то так. И оно чаще всего бывает косметическое. Да, еще погуглила в Яндекс, как обычно, на то, что я просто никогда не задумывалась на такую тему, есть оно у меня или нет. И поняла, что косметического конкретно так, как какая-то там, допустим, определенная помада определенной марки у меня такого нет. Потому что одно время я фанатела от красной и коричневой помады и Фраше, но красную сняли с производства. Коричневая у меня пока есть. Я даже не знаю, существует ли сейчас эта серия помад и Фраше или нет. Название, собственно, не помню. Из уходовой косметики у меня оказалось только одно единственное средство, и тоже от и Фраше. Это вот такой вот Pure System 150 мл очищающий лосьон против прыщей. На самом деле я его использую не как очищающий лосьон, я его использую как увлажнялку. Мне вот такого флакончика в 150 мл хватает почти на год, на 8-9 месяцев, иногда на 10. И он у меня стабильно, вот я заказывала как-то в Фраше, кажется, для поменяшки два по цене одного у меня такой был, и я посылала Насте Зарецкой, привет тебе, если смотришь меня, в поменяшку. С одной стороны, держать два, один в запасе, я не считаю нужным, потому что хоть у него, конечно, и срок годности, вот у этого варианта, он до марта 2018 года, и тот, соответственно, который говорит, Настя пришел, он, кажется, тоже должен был быть такой, ну, в общем, допустим, у него до марта 2018 года, сейчас конец 2016. И если он у меня будет стоять, то я его просто не успею использовать, потому что мне хватает где-то на 8-9-10 месяцев, практически на год. И вариации, что держать его про запас, я не считаю нужным. Поэтому я его, соответственно, и отправила. Ну, не то, что оно мне там не нравится или что-то еще, именно то, что вот от чего я в восторге. И, соответственно, я как только он у меня заканчивается, я стараюсь сразу же приобретать его еще раз. Как бы делаю повтор. Я не знаю, сколько уже таких флакончиков уделала, когда он там в Фраше первый раз появился. Я тогда попробовала, у меня, кажется, был пробничок небольшой, 30, что ли, миллилитров или 50, я уж точно не помню, они тогда давали в подарок за заказ, кажется, в интернет-магазине. Ну и, в общем, да, кстати, сделан во Франции. И он мне понравился, и я его пользую. Я его пользую или утром, или вечером, или в течение дня, или три раза в день, или как получится, или долго-долго не пользую, потому что кожа вполне нормально увлажнена, но, в общем, он мне очень нравится, он такой вот, мне кажется иногда, что, хоть, конечно, тут меня подозреваю не только натуральная, но и химия, как в обычной во всей практически косметике, но мне иногда кажется, что такой жидковатый гель алоэ, не знаю, видно ли на камеру или нет, потому что темный флакон, и он такой бледно-зеленый, такой молочно-зеленый даже, молочно-бледно-зеленый, если можно так сказать. Вот тут на белой крышечке чуть-чуть совсем видно. Но даже вот я смотрю вблизи, оно вот так не видится. А ватный диск я не взяла, поэтому не смогу показать, как он так выглядит. Ну и так как-то приятно, ненавязчиво, травянисто пахнет. В общем, вот такой у меня must-have. Я не знаю, разочаровала я вас или обрадовала. Но вот именно он единственный, потому что, допустим, молочко там я люблю, иногда пользую, иногда часто, иногда заходом, иногда забываю. Очищающее молочко мне нравится, но, допустим, разных совершенно марок у меня бывают они. От Dolce Milk, от белорусской Модум, благодаря Насте Зарецкой, и еще каких-то раньше от Маграф пользовала их. Тоники я сейчас использую в основном свои, самопальные, то бишь там настой трав какой-то, так же как лосьон у меня огуречный, если уж что-то такое. Крема у меня от разных фирм тоже, у меня нет что-то такого определенного, что-то понравилось, что-то нет, что подошло, что-то не подошло. А вот именно вот эта штука, она всегда у меня. В общем, вот такой обзор. Если вы досмотрели до конца, вам было интересно или тому подобное, как говорится по традиции, то я очень рада. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока!